душевно-конечный. Да? Внутри меня есть маленькая дверца, не каждому открыть ее дано. За этой дверцей поживает сердце, капризное обидчиво оно. То жарит, то денежку конючит, а то, и все подай ему. Я потерял от этой дверцы ключик, и что за ней творится, не пойму. Я только слышу, как за этой дверцей оно стучится с чистотой 2 герца. Бывало, чем проснешься, словно пташка, душа поет и нежится с утра. А из-за двери, словно старикашка, оно кончит, выпить бы пора. Пришибленный, как будто бы застали меня зачем-то очень нехорошим. Я надеваю старые сандали или влезаю в мокрые калоши, как маленькая школьница бочком, шагаю в магазин за коньячком. И играют на помойках ребятишки, и пьют дедушки на лавочках винцо. А я угрюмый, как художник Шишкин, рудый пизар своим лицом. Оно внутри меня все шепчет, внучка, кто же мне нашлось, я внучка. Возьми коня какой-нибудь получше. Ну ладно, коньячка так коньячка. И сразу же от радости за дверцей оно стучится с чистотой 3 герца. А может быть, с ним как-нибудь покруче, хотя бы раз отказом попужать. С другой же стороны, его как внучек я вынужден любить и уважать. А то породит его, что-то скажешь, оно то стук тихонько, то молчок. Как говорит, сердцу не прикажешь, приходится крутиться, как волчок. А то ведь может страшное случиться, за дверцу никто не застучится. И все-таки, пока оно стучится, заканчиваю утренний вояж. Я с каникул лечу домой, как птица, и украшаю уличный пейзаж. Детишки шумно шмыгая носами вокруг меня кружатся, как волчки, и влажными от радости глазами встречают у подъезда старички. Я с вами попрощаюсь у подъезда, ведь все, что дальше будет, вам известно.